В Свердловской области установлен очередной антирекорд. 10 дней в регионе от коронавируса умирает более 40 человек. Сегодня, по данным оперативного штаба, в больницах региона скончались 46 пациентов с COVID-19. Продолжает расти и число ежедневно выявляемых случаев этого заболевания. По данным оперативного штаба, в понедельник в Свердловской области было зарегистрировано 534 новых случая заражения коронавирусом. Во вторник произошло небольшое снижение до 526, но после кривая заболеваемости пошла вверх. Сегодня диагноз подтвердился у 546 человек. Такого не было за все время пандемии. Нестабильной остается и ситуация в Первоуральске. Если в начале недели был зарегистрирован 31 случай заражения, то уже в четверг более 40. Сегодня диагноз лабораторно подтвердился у 31 первоуральца. Всего за время пандемии в нашем городе заболели почти 7 тысяч человек. Врачи считают, что остановить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации. В Первоуральске первым компонентом препарата сейчас привито почти 30 тысяч жителей. Более 36 тысяч человек уже завершили вакцинацию. Врачи отмечают, нехватки препаратов нет. Кроме того, привиться можно и без предварительной записи. В субботу в поликлинике на улице Металлургов и в воскресенье в поликлинике на улице Емлина. Привычные кабинеты работают с 10 до 13 часов.